Я постараюсь охватить большую часть вопросов, которые вы задали. Но я должна сказать, что была очень рада услышать большинство вопросов, поскольку они показывают, что ваши интересы становятся все тоньше и тоньше, что вы уже знаете о грубой стороне чакры, и теперь хотите узнать более тонкие формы. Итак, вопрос, на который следует ответить первым, это как чакры появляются внутри людей, в какое время, на каком этапе жизни. Именно этот вопрос должен быть первым. Это подобно тому, как если бы мы спросили, в какое время проросток появляется в существе семени. Это нечто похожее. Когда человек умирает, как я говорила вам ранее, он не умирает полностью. Умирает только его часть, которая в основном представляет собой элемент Земли. А другие элементы сохраняются. Остальное же тело исчезает. И мы не можем его видеть, потому что это не полная человеческая форма. Она продолжает сокращаться в размере. И кундалини покидает тело и остается снаружи, вне тела. И атма, или то, что мы называем духом, тоже покидает тело и остается снаружи того тела, которое осталось. Конституция этого нового тела отличается от нашей конституции. Мы можем сказать, что у свечи, которая погашена, имеется все ее тело, за исключением света. Но свет уходит из этого тела. Точно так же в человеке, который умирает, дух и кундалини покидают тело, но они находятся рядом с этим телом. И тот необыкновенный процесс, который происходит далее, просто фантастичен. Также невероятно и то, как тело распадается на разные элементы. Но прежде всего давайте рассмотрим следующее. Тела, оставшиеся в таком виде, отправляются в сферу, которую вы называете прета-лока. Там они превращаются в семена, или они становятся все меньше, меньше и меньше. До тех пор, пока какое-нибудь тело не сформирует яйцеклетку. И то, что вы знаете как сперму. Это формируется в одном теле. Не знаю, видели ли вы, как происходит процесс деления хромосом. Это полное разделение. Если хромосома такая, то происходит полное вертикальное деление и полное отделение. Вот почему браки и выбор партнеров, все это имеет большое значение для обычных тел. Для божественности это не важно. Этот процесс происходит таким образом, что связи могут установиться в совершенно случайном порядке. К примеру, яйцеклетка одного существа может скомбинироваться со спермой другого. Это происходит на очень низкой стадии эволюции. С людьми такое тоже происходит. С некоторыми людьми, которые просто не очень сильно развиты, можно сказать. Но, как правило, яйцеклетка
отторгает сперму. Она принимает только ту сперму, которая предназначена для принятия. И это такая микроскопическая работа. Она настолько фантастична, что это просто невероятно. Мы не представляем себе, как работает Бог. Это абсолютно невероятно, что даже яйцеклетка отторгает и отторгает сперму, которая не является ее второй половиной. Вот почему так много спермы и так много яйцеклеток пропадают впустую. Так что можете себе представить, насколько невероятен механизм, который все это осуществляет. Особенно люди, которые реализованы. Когда они перерождаются, все божественные силы объединяются в стремлении проследить за тем, чтобы эта яйцеклетка была помещена в человека, который в конечном итоге встретит человека с подходящей спермой, и чтобы для этой встречи не было препятствий. И божественность берет на себя всю заботу об этих великих душах. Работа божественности очень-очень фантастична. И она выше человеческих концепций и представлений о том, как сознание Бога может заботиться обо всех мельчайших проявлениях в мире. Вы не можете сделать даже такую мелочь, как соединение одной вещи с другой, до тех пор, пока не уделите этому определенное человеческое внимание. Поэтому представьте себе внимание Бога, который помещает так много семян в эту мать-землю и дает вам такие большие-большие деревья. Я имею в виду, вы принимаете это как должное, но если вы понаблюдаете, то увидите эту фантастическую, динамичную силу, стоящую за всем этим, которая мыслит и делает это столь совершенно. Но мы думаем, что все это происходит автоматически, и поэтому мы можем это выдержать. Именно поэтому вы можете выдержать и сахаджа-йогу, думая, что все это происходит автоматически. Второй вопрос звучит так. Когда чакры, находящиеся в нашем теле, были туда помещены? Они существуют в теле и продолжают свое существование после. Конечно, они корректируются каждый раз, когда тело рождается и начинает новые поиски. И также энергия кундалини. Каждое новое ваше рождение следит за тем, что вы делаете, как развиваются ваши чакры, как все это осуществляется. И посредством метода балансировки или парасимпатической системы, или, можно сказать, вселенского бессознательного, ваши чакры приводятся в надлежащую форму и состояние. В процессе эволюции человек совершает ошибки. Он ведет поиски, ищет то в одном месте, то в другом. К примеру, он может начать искать в деньгах, затем начинает искать во власти, затем он начинает искать в любви. Я имею в виду в плотской любви. Или он может начать искать в каких-то эмоциональных проявлениях, затем в искусстве и тому подобных вещах. В конечном итоге он обнаруживает, что эти поиски не увенчались успехом, потому что ему так и не удалось достичь состояния радостного существования. И в процессе этого поиска его чакры постепенно эволюционируют и обретают понимание. Итак, мы должны знать, что эти чакры — абсолютно живые образования. Потому что когда человек считается мертвым, в это время все божества пребывают в нерабочем состоянии. А живой человек имеет чакры, в которых находятся божества, выполняющие различные функции определенной чакры. Это очень-очень тонкая работа. И эти чакры можно назвать
отражающими зеркалами на разных уровнях нашего осознания, в которых отражаются божества, находящиеся в первозданном существе, в Шри Вирате. И когда они пробуждаются, то начинают осуществлять планы божественности. В некоторых людях, в процессе их поиска, эти чакры обнаруживают, что этот человек или субъект в определенных моментах уходит в крайности. Это происходит, потому что человек обладает свободой выбора. И в этой свободе он уходит в крайности. А уход в крайности приводит к поражению чакр. Уход в крайности — это то, что мы называем грехом. Находиться в центре, вести умеренный, простой, уравновешенный образ жизни и придерживаться основополагающих жизненных ценностей — это самый лучший вариант. Но если вы начинаете впадать в крайности, тогда начинается грех. А о грехе в Библии написано, что воздаяние за грех — это смерть. Так что наступает смерть. Но фактически происходит не наступление смерти, а то, что поражается часть чакры. Это может быть вызвано устремлениями на физическом уровне, на ментальном, на эмоциональном, на духовном, чем угодно. Если вы постоянно принимаете неуравновешенные решения, тогда чакры на различных уровнях повреждаются. Вот как ваши чакры портятся. Чакры в соответствии с нашим осознанием, находятся в различных состояниях. К примеру, доктора, или все мы здесь, знаем, что у нас в теле есть сплетение. Мы знаем, что у нас есть различные сплетения. Скажем, у нас есть тазовое сплетение, у нас есть солнечное сплетение, у нас есть аортальное сплетение, сердечное сплетение, шейное сплетение, у нас есть перекрест зрительных нервов, у нас есть лимбическая область, чтобы действовать, или, можно сказать, гипофиз и эпифиз в зрительном перекресте. И затем у нас есть лимбическая область, в которой у нас есть определенные точки, которые активны. Это знает каждый доктор, потому что они исследовали лимбическую область обезьян и выяснили, что если воздействовать на лимбическую область обезьян электричеством, они становятся очень радостными. Так что все эти чакры в человеческом теле чувствуются только как грубые проявления, которые мы называем сплетениями на парасимпатическом и симпатическом каналах. Они все связаны. Как я вам говорила, симпатическая нервная система идет с обеих сторон и создает центральный канал, и это уже парасимпатическая нервная система. Так что от баланса двух симпатических систем зависит нормальная работа парасимпатической системы. Когда их равновесие нарушается, а способствовать этому может любой дисбаланс, когда их равновесие нарушается полностью, они начинают работать сами по себе. И тогда происходит полное, так называемое освобождение человека от Божьей милости. Как только он полностью освобождается от этой милости, он начинает падать в состояние ракшасов, как вы их называете. Он идет в ад. Он входит в другой вид осознания, где нет никаких чувств, нет осознания совести. Он не думает дважды.
Он может убить сотню людей без всяких сожалений по этому поводу. Он утрачивает всю свою эмоциональную сторону, а также всю свою мудрость. Что в нем остается? Это лишь его амбиции и его желания, или его порочность. Так он и продолжает жить, не чувствуя каких-либо угрызений совести или каких-либо связей с Богом или собственной дхармой. Так что эти чакры очень важны для нас, потому что, прежде всего, они дают нам баланс для нашего повседневного существования. Они дают нам связь с Богом. И мы можем думать о тонких и абстрактных вещах. Все это приходит с помощью чакр. Если вы спросите меня, имеют ли животные чакры, да, имеют. Но у них они не все отделены. Иногда их чакры смешаны. И не все отделены друг от друга. А также они не все открыты. Потому что их эволюционный процесс еще не завершен. Но я видела, что некоторые животные имеют пробужденную кундалини. И это реализованные животные, я это видела. Так что даже для животных это возможно, быть гораздо более дхармичными, чем люди. И иногда просто удивительно, насколько их чувство развлечения лучше, чем у людей. Кроме того, животные находятся под контролем Бога. И какими им положено быть, так они и будут себя вести. Им не нужно об этом думать. К примеру, собака — это собака, кошка — это кошка, а тигр — это тигр. Только человек может быть собакой, может быть скорпионом, может быть змеей, понимаете? И может быть святым. Только в человеке можно найти всех животных, существующих вместе одновременно. И в любой момент эти животные могут проявиться, и вы можете удивиться сами себе, как они вдруг выпрыгивают и начинают лаять. Таковы человеческие существа, потому что каким бы ни было наше прошлое, все оно внутри нас. Все животные, которыми мы были, находятся внутри нас. Все это внутри. Но и все то, чем нам предстоит стать, тоже находится там. Все то, чего нам предстоит достичь, тоже там. Для людей будущее, прошлое и настоящее существуют, но для Бога нет. Так что для него планировать, организовывать и устраивать очень легкое дело, поскольку если у вас нет таких разграничивающих вещей, вы просто организовываете все гораздо лучше. И его методы соответствуют его собственному, я бы сказала, осознанию, статусу, всемогуществу. Просто такова его природа, заключающаяся в том, что он может очень хорошо всем управлять. И вы не можете объяснить людям, как ему удалось разобраться с одним событием, затем с другим, и как это все получилось. Он делает это просто потому, что он способен на это. Ему не нужно все это делать с пониманием или размышлениями, как это делают люди, поскольку ему даже не нужно думать. Он такой сам по себе, понимаете? Он есть сила, и он делает все. Он сознание, поэтому он делает все без каких-либо усилий. И это совершенно другое состояние, которое, возможно, вы сможете понять, будучи сахаджа-йогами. Когда вы просто двигаете руками, обнаруживаете, что кундалини движется в другую сторону. И вы можете спросить, почему она движется. В конце концов, наверняка вы размышляли об этом. Вы реализованы, поэтому вы можете это делать, но не человек, у которого нет реализации. Даже если он сделает так рукой 100 раз, ничего не произойдет, только вы можете поднимать кундалини. Причина в том, что ваше осознание отличается от его осознания. Ваши силы отличаются от его сил. Точно так же и Бог, который всемогущий. Просто одним движением пальца способен сдвинуть всю Вселенную. В конце концов, он Бог. И вот почему людям было сказано, лучше имейте веру в Бога, потому что это лучший способ, которым вы можете решить ваши проблемы. Если вы будете размышлять о нем, вы сойдете с ума. Поэтому мы должны достичь уровня, когда будем способны понять его. А иначе мы все сойдем с ума, пытаясь это сделать. И мы все станем сумасшедшими, думая, что все это такое? Это выше нашего понимания, это слишком. Но поскольку сейчас в сахаджа-йоге ваше осознание действительно достигло такой тонкой формы, вы способны понимать очень многое.
И вы можете понять тонкие способы божественных проявлений. А также понять, на что способны вы посредством тонких методов. Мы можем говорить о тонких вещах, но разговаривать об этом с кем-то, кто не является сахаджа-йогом, было бы безумством. Они не поймут ни слова из того, что я говорю. Это предназначено только для людей, которые сахаджа-йоги. Итак, мы подошли к моменту, когда я сказала, что на грубом уровне чакры выражены в человеке как сплетение. Это то, что известно на грубом уровне. А тонкую форму вы уже видели. Сукшма, как ее называют, тонкая форма. Тонкая форма существует в людях. И вы можете наблюдать ее проявление в виде энергии, когда она начинает пульсировать. Вы видели эту пульсацию? Но эта тонкая форма существует в двух формах. Одна — это сукшма, и другая — ати-сукшма. В сукшме вы можете видеть, и человек... который реализован, если вы являетесь реализованной душой, тогда вы видите даже чакры, в том смысле, что вы можете их чувствовать на своих пальцах. Нереализованный человек может видеть пульсацию кундалини и различных чакр своими собственными глазами. Он может. Если он внимательно посмотрит, то сможет ясно увидеть различные чакры. А вы, будучи сахаджа-йогами, можете чувствовать их на своих пальцах, а также можете чувствовать их внутри себя, в коллективном сознании. И можно сказать, что вторая стадия сукшмы делится еще на три стадии. Сукшма, сукшматара и сукшматам. Эти три стадии вы можете увидеть. Первая стадия проявляется на ваших пальцах. Это сукшматара. А то, что вы видите глазами, это сукшма. И то, что вы чувствуете на пальцах или на своих чакрах, это сукшматама. То есть вы видите это проявление в трех формах. Если некоторые люди не чувствуют этого на пальцах, то они могут ощущать это на чакрах. Так что вы можете чувствовать это тремя способами. Но есть и четвертый способ, который можно назвать карана. Состояние караны. Это высшее состояние, которое чувствуют люди, родившиеся реализованными. Они могут это чувствовать. И в этом состоянии они просто знают, как компьютер. Они не беспокоятся о том, где что не так. И они не прикладывают руки или еще что-то, они просто чувствуют это. И все. Как вы видели в случае с моей внучкой, она просто знает, что не так. Если вы спросите ее, она тут же скажет, здесь вот это, а здесь вот то. Это приходит к ним напрямую, совершенно. Это вот так. Вы можете спросить, откуда они знают? Дело в том, что эта процедура становится такой компактной, что это просто происходит с вами. К примеру, если вы уколите мне руку, моя рука тут же отскочит. И это рефлекторное действие настолько мгновенное, что можно сказать, что никакой процедуры как таковой не происходит. Это просто рефлекс. Точно так же рефлекторно происходит это действие, поэтому вам не нужно беспокоиться о его возникновении. Это и есть состояние, которое мы называем достигнутым состоянием караны. И затем состояние махакараны. Это третья стадия, правильно? Но даже в состоянии караны имеется три стадии, на которых человек это чувствует. Я бы сказала, что мне не обязательно это объяснять. Потому что это выше человеческого понимания. Но если вы реализованы от рождения, вы поймете, что дисбаланс в человеке с тремя гунами немедленно ощущается реализованным от рождения человеком. Немедленно. Он видит это насквозь, понимаете? Это мудрость, которую он приобрел в своих прошлых жизнях и рождениях. Немедленно они видят нарушение равновесия. И то, что они говорят, настолько мудро, потому что они видят и понимают этот дисбаланс трех гун. И в соответствии с их собственными гунами, которые в них преобладают, эти три стадии существуют в них так, как они говорят. К примеру, некоторые люди
Скажем, больше левосторонние, тамогуни. Это означает очень эмоциональный тип людей. Некоторые из них очень эмоциональны. Поэтому они видят человека через эмоции, через свои внутренние ощущения. Они называют это словом «чувство». У меня было такое-то чувство от этого человека. Я почувствовал то-то. Такие слова они используют. Но, допустим, человек больше правосторонний, раджогуни. Он больше работал над правой стороной, молился Шри Сурья, читал Гаятри мантру, и молился всем небесным телам, а также пяти элементам. Если он устраивал яги и тому подобные вещи, то он раджогуни. Такие люди видят других людей как свет, как электрические формы. Или они видят человека как цветовые формы. То есть одни видят человека как эмоции, а другие видят его как цвет или какую-то форму. Они видят людей как формы. Цветовую или световую, или как электрические потоки. А некоторые видят их в виде различных цветков. Так что есть левосторонние ощущения, а есть правосторонние проявления, которые вы можете видеть своими глазами. Вы видите само творение, но это также уровень ощущений. То есть те, кто больше видят чувства, человек, который был очень любящим и работал на этой стороне жизни, который был преданным человеком, посвященным человеком, кто молился Богу и взывал к Нему, просил Его о помощи, стеная и взывая к Нему от всего сердца, такой человек будет больше чувствовать других. А человек, посвящавший себя больше формам и прочим вещам, будет видеть людей в различных формах. И тогда они также видят их в различных цветах, потому что это также могут быть и цвета. А помимо цветов, есть еще и звуки. Звук — это тоже один из элементов, поэтому они могут видеть и звук. И когда их кундалини движется, они видят также движение звука. Большинство людей, которые это видели, были теми, кто медитировал в стиле Патанджали. И это были единичные случаи, вроде Шри Парашурамы. Они видели эти формы и видели продвижение кундалини через чакры. Когда она проходит, она создает звук, слово. Итак, они изучили каждый звук, как какой звук был создан, какого он был цвета. Все это одностороннее знание правой стороны. И люди, прошедшие через правую сторону, говорят, эта вещь была создана, та вещь была создана, и затем был создан этот звук. Затем они сформировали язык. Это был оригинальный санскритский язык. Вот почему он называется Девавани, язык богов. И вот почему эти божества понимают санскрит лучше всего. Когда вы произносите мантры на санскрите, они понимают его очень быстро, потому что он изначально происходит оттуда. Они изучили все это и затем сформировали язык. Но другие языки в Индии, большинство языков, были созданы на основе санскрита, который был переделан во что-то еще, затем другую форму, и затем появился другой санскрит, пракрит, что означает эти пять языков. Магадхи, Пайшачи, Махараштри и прочие, так все они и появились. Другие языки в других странах, конечно же, тоже произошли от проявления кундалини, но они все же познавали ее иначе. Скажем, названия слов произошли в основном извне. Звук дующего ветра они назвали «с». Так появилось «с». И это касается всего, что они познали из природы, извне, потому что их подход был более объективным. А объективный подход всегда немного хуже субъективного, потому что субъективный подход берет начало изнутри, а объективный — снаружи. И когда вы используете объективный подход, то происходит отклонение от главного звука, который идет изнутри, понимаете? Частота немного искажается. И вам известно, что есть объективный и субъективный подход. Поэтому вот что произошло с некоторыми языками. Некоторые языки очень-очень близки к санскриту.
Но они совершили поворот в соответствии со своими гунами. Теперь, что касается сатва-гуны. Это центральный канал или сатва-гуна, как ее называют. Есть также и люди, в которых больше сатва-гуны. Они видят чакры в правильной форме. Но их нельзя путать с людьми, которые верят, что если ты ешь такую-то пищу, то ты сатвичен, а если ешь другую, то ты тамастичен. Или если вы говорите то-то, значит, вы сатвичны. Или если вы никого не убиваете, то вы сатвичны. В данном случае имеется в виду правильное представление. Например, вы должны объяснить, почему Шри Кришна убил так много ракшасов. Это была абсолютная сатва. Это было дхармично, абсолютно дхармично. Почему Шри Дурга убила так много ракшасов? Ей пришлось выпить кровь столь многих ракшасов. Поэтому все, что дхармично, мудрость, правильный путь, приходит через таких людей, которые не отклоняются слишком сильно ни в ту, ни в другую сторону. И они точно знают, как правильно смотреть на жизнь. Такие родившиеся реализованными люди — это очень-очень редкий случай. Их очень мало. Возможно, я бы даже сказала, что Шри Будда и Шри Махавира — это единственные два человека, которые прошли через много жизней. Они прошли от одной крайности до другой, и в конечном итоге осознали, что уходить в крайности неправильно. И все же они не достигли полной высоты инкарнации. Так вот, нужно было создать модель, которая бы все время представляла фиксированный уровень, к которому люди должны стремиться. И эти инкарнации представляют собой различные модели, которые размещаются внутри нас, на наших чакрах. И эти модели являются совершенными образцами, принадлежащими к соответствующим чакрам. Поэтому, в соответствии с природой человека, наблюдающего за этими чакрами, он видит их и придает им важное значение. Теперь, что касается такой личности, как, скажем, Шри Шанкарачарья. Шри Шанкарачарья рождался реализованной душой много раз. Он рождался ей не один раз, а много раз. И он пребывал именно в центре, так что можно сказать, что он был одним из них. Поэтому, когда он говорит о своей Муладхари-чакре, он уже прошел этот путь много раз, и теперь он движется ко все более и более тонкой форме. Вот почему, когда он говорит, что при открытой Муладхари-чакре вы можете ходить по воде, это правда. Потому что он находится на том тонком уровне восхождения. Нужно подняться один раз, второй раз, третий, четвертый. И тогда вы достигаете стадии, когда вы начинаете восходить. Но даже тогда ходить по воде — это не так уж важно. Что такого важного в хождении по воде? В этом нет ничего важного. Потому что это легко, понимаете? Вы можете взять лодку и плыть на ней. В этом нет ничего важного. Хождение по воде — это также правосторонняя активность. Это правосторонняя способность. Ходить по воде или летать по воздуху — все это правосторонние вещи, которые также можно совершить с помощью лодки или самолета, или вы даже можете использовать пхута. Для этого вы можете использовать мертвую сущность и заставить ее отнести вас в любое место, куда захотите. Это возможно, вся экстрасенсорика только на этом и строится. Так что это можно сделать и другими методами, в этом нет ничего важного. Но иногда мы приходим в замешательство, видя, что некоторые люди могут летать по воздуху. Они говорят, что они достигли тонкой формы. Вы видите, что их тело не двигается, но понимаете, что они это чувствуют. Разница в том, что люди, которые реализованы, могут сами себя направлять, и вы видите, что их тело двигается. А те, кто не реализованы, обнаруживают, что их тонкая суть вылетает наружу, и их сознание куда-то уносится. И вот они уже сидят на крыше дома, наблюдая оттуда за собой сидящими там. Такие бывают случаи. Все это говорит лишь об одном, что этой душой управляет
мертвая сущность. Так что в этом нет ничего великого. Это тоже правосторонний вид активности. Левосторонний вид, как я вам говорила, это эмоциональное чувствование вещей. Вы чувствуете огромную любовь к другим. И иногда люди... Я бы сказала, что Шри Сайнатх был одним из тех, у кого был этот особый левосторонний дар. И он был воплощенной любовью. Он был настолько полон любви к людям. Однажды ему встретилась женщина, которая была настолько бедной, что она не могла праздновать Дивали. Он не мог этого вынести, поэтому дал ей немного воды. И вода превратилась в масло. Так что в нем она смогла зажечь огни. И это факт. Вы можете это делать. Это возможно. И с помощью этой силы вы можете, например, увеличить количество еды, как это делал Христос. Это также еще одна сторона. Так что все эти вещи появляются в человеке. У кого-то они одни, у кого-то другие. А у некоторых есть все эти качества. Те, кто являются инкарнациями, имеют их все. Они могут делать все, что хотят, и использовать все, что хотят. Если же они не хотят использовать какие-то способности, то не будут. Ничего важного в этом нет. Допустим, вы что-то увидели. Хорошо. Тогда вы можете видеть, что это хорошая вещь. Но это не значит, что на этом нужно зацикливаться. Вы должны пробовать делать то, что вы не видите. К примеру, вы видите свет, исходящий из чьей-то головы. Это один из способов смотреть на вещи. Другой способ заключается в том, что вы можете чувствовать другого человека. Пробуйте почувствовать другого человека. Какой он? Какой он при встрече с вами? Как вы сближаетесь с этим человеком? Можете ли вы сострадать ему в связи с тем, что он не там, где находитесь вы? Это также является тем, что балансирует, и это то, что нужно делать. Но это может быть очень опасно для людей, которые пытаются помочь другим, хотя сами еще толком не утвердились. Поэтому я снова предупреждаю вас, когда вы начинаете видеть свет и все такое, старайтесь помнить, что вы уходите в одну сторону, вы больше видите. Тогда будьте более сострадательны в своей речи, общении, в своем поведении. Старайтесь больше любить. Это значит, что правая сторона развита больше, а левая меньше, то есть сердце. Поэтому вы должны поднимать свою кундалини справа налево. Но это все срабатывает механически. От одной только мысли «О, я должен больше развивать свое сердце» должно наступать равновесие. У вас должно быть чувство к другим. Но чувство к другим — это то, что нельзя объяснить. Я просто чувствую других. Если кто-то где-то плачет, то у меня на глазах автоматически выступают слезы. Даже если вы не плачете, но вам из-за чего-то больно, я чувствую эту боль внутри себя. Вот так и вам нужно научиться чувствовать эту боль, это отчаяние и этот плач. Конечно, некоторые люди даже слишком сопереживающие, но у них отсутствует другая сторона. Так что у вас должны быть обе стороны и обе уравновешивающие составляющие внутри вас. То есть те, кто больше видит всякие вещи, не должны постоянно беспокоиться о том, что они видят. Это происходит вот так, хорошо. Поскольку они выполняли определенные аскезы, то они видят эти вещи. И это очень сильно помогает сахаджа-йоге. Потому что вы сами можете увидеть, кто реализован, кто не реализован и все такое. Но все же внутри вас есть сухость. Если она есть внутри вас, вы должны стараться развить другую сторону. Если в вас чего-то нет, старайтесь это развить. Не удовлетворяйтесь тем, что у вас уже есть. Это лучший способ, которым вы можете расти. Те люди, которые видят вещи, должны стараться чувствовать других, а те, кто чувствует других, должны стараться видеть вещи. И тогда все получится. Вот как обстоят дела. И в состоянии Махакараны, где Махакарана — это очень-очень тонкая форма состояния. Когда чакры, в которых стоят божества, соединены и являются отражением божеств Шри Вираты. Так вот, эти божества Шри Вираты отражаются в вас, пробуждаются в вас, и они начинают двигаться и заставляют все складываться так, как нужно. До стадии Караны это очень хорошо, но состояние Махакараны — это стадия, на которой мы имеем дело с настоящим объектом. Есть объект и его отражение. Когда вы можете достичь объекта, это действительно очень глубокое состояние разума, когда вы едины с объектом. И когда вы едины с объектом, вы очень близки к состоянию инкарнации.
Итак, что касается вас, людей, вы должны постараться понять состояние Караны, потому что говорить о том, как прыгнуть и подняться выше него, пока не актуально. Какой смысл рассказывать вам о том, что является столь отдаленным? Поговорим об этом позже. А сейчас речь о четырех состояниях чакр. Что у него за вопрос? А, о чакрах. Он говорит, что вы видите их движение против часовой стрелки. Да, это так, потому что большинство людей видели это у других. А когда вы смотрите на других людей сзади, то вы видите это движение против часовой стрелки. Но если посмотреть спереди, то вы увидите, что это движение по часовой стрелке. Вот почему. Нет, я говорю о том, что вы чувствуете движение чакр, как бы находясь снаружи собственного тела. Да, понимаете? Это зависит от тех факторов, о которых я вам только что говорила. Скажем, для обычного человека чакры — это просто обычные сплетения, а для реализованной души это гораздо больше, чем просто сплетение. Поэтому чем сильнее вы продвигаетесь внутрь огромного колеса вашего собственного осознания, тем больше чакры начинают проявляться. К примеру, мои чакры работают повсюду. Повсюду. Улавливаете разницу? Так что все зависит от осознания человека. Скажем, широта распространения света зависит от того, насколько он силен. Вот что это такое. Есть еще какие-то вопросы по чакрам? अच्छा अब हो गया चक्र पे बात करें now is there any question left on chakras у меня вопрос о числе лепестков yes Да-да. Число лепестков — это тоже грубый уровень. До тех пор, пока вы не достигнете определенной стадии, где создаются ваши лепестки. Потому что это немного связано с математикой. И вся эта математика выразилась в людях. But these are the We can say that now, for К примеру, example, мы можем сказать, in a person, in light, что в человеке есть свет, 25, скажем, в 25 ватт. Так вот, 25 ватт нужно превратить в 60 ватт или что-то в этом роде. То есть вы должны видеть измерение, в котором человек находится, и в какую сторону ему нужно расти. Это высшая математика, касающаяся вас. Измерение, до которого можно вырасти. И в какую сферу вам предстоит проникнуть. Возьмем, к примеру, Муладхара чакру. Фактически, Муладхара чакра относится к четвертому измерению и имеет четыре лепестка, потому что она охватывает четыре стороны человеческой личности. Это абстрактное вычисление. Это четвертая сторона личности. А пятая сторона, движение в пятом измерении, происходит не в Муладхаре чакре. Оно происходит выше Муладхары чакры. Так что она представляет четыре измерения. Существуют разные измерения человека. На тех уровнях это вычисляется в соответствии с тем, как много измерений вы затрагиваете этими татвами. В моей книге я максимально подробно описала, какие измерения затрагиваются в этом состоянии и насколько далеко вы можете дойти. Однако та же самая Муладхара позднее начинает охватывать всего два измерения. Но это настолько тонкая и острая вещь, что она просто легко проникает повсюду. Это зависит от обстоятельств. Скажем, в механизме есть разные виды болтов, гаек и с различной резьбой. Как же производится вычисление? Есть инженер, который может сказать, почему это сделано именно так. То есть это очень скрупулезная работа, и она вся осуществляется в связи с измерениями, в которых человек должен двигаться. Все это осуществляется, и только на этой чакре вы достигаете этих измерений. Так что это имеет значение. Но это не просто четыре лепестка, их не только четыре. Внутри нее имеется много лепестков, и это очень интересно. На самом деле я написала большую полноценную главу о Муладхаре. Сколько складок у нее внутри, и как все эти вещи работают, что эти складки означают, и насколько они раскрываются.
Потому что все это измерение, которое работает. К примеру, если взять дерево баньян, то его семена такие маленькие. У этого дерева самые мелкие семена. И почему же? Почему его семя так микроскопично? Потому что оно такое динамичное. Все это разработано для вас как капсула. И это капсула, которая должна создать одно измерение, а другая — другое измерение. Так что все это четко рассчитанные вещи, как я говорила. Я описала полностью только Муладхару. Поскольку на одну Муладхару чакру ушло так много страниц, я решила опустить описание других чакр и просто вкратце их перечислила. Но описание одно только Муладхары оказалось довольно объемным, поэтому я решила, лучше не спешить с другими чакрами. Это довольно сложный предмет, вы знаете. Понимаете, у Бога свой собственный стиль планирования, и мы не можем задавать ему вопросы. Он делает все по своей собственной прихоти, у него свой стиль действий, но даже его каприз имеет свой смысл, все имеет. Если вы посмотрите внимательно, то обнаружите, что иногда, когда вы задаете мне определенные вопросы, я стараюсь отвечать на них по-разному. Потому что у него свой собственный способ действий и свое понимание. Вот как он все осуществляет. И все же я постаралась рассказать хотя бы о Муладхаре, чтобы люди понимали, как сложно они устроены, как Бог старался разместить их Муладхару так хорошо, и как он поместил туда силу, какой это живой механизм, как он работает, чтобы люди поняли важность своих чакр. Важность своего существа, насколько вы важны, вы необычные люди. Даже, скажем, с обычным магнитофоном мы так аккуратно обращаемся. Насколько же осторожны мы должны быть с нашим собственным механизмом, который создавался веками, с таким великим пониманием, с таким сложным устройством. Какую чакру ни возьми, даже если у вас будет в запасе три юги, вы не поймете и одной чакры. Это такая колоссальная работа, происходящая внутри. Конечно, я дала только описание и причину, почему эта стадия, которая действительно сведет вас с ума. Но я постаралась объяснить это там. Вы ведь читали мою главу о Муладхаре, не так ли? Это довольно сложная вещь. В Дели был задан вопрос, в чем смысл жизни? Буддизм утверждал, что цель всех этих инкарнаций — войти в нирвану, то есть в состояние небытия, где ничего не существует. Затем в христианской традиции также есть некое понятие совершенства, которое воспринимается как полное единство с Богом, которое является неприходящим. Сейчас вы сказали, что это не так, что людям предстоит инкарнироваться снова и снова. Тогда я хотел бы задать вопрос в связи с чакрами. В чем цель жизни? До этого я понимал, что высшая цель — это быть единым с Богом, что бы это ни значило. И когда я един, то никакого движения больше нет, но... Но я никогда не отрицала эту стадию, просто сегодня не ее время. Понимаете, поэтому я и сказала, что сейчас вам нужно инкарнироваться снова и снова, вы еще не на той стадии. Если же смотреть в целом, то ни в одном из этих утверждений нет ничего неверного. Как, например, было сказано, что будет судный день. Но до этого момента Бог собирается дать вам шанс. Он хочет дать вам полную возможность улучшить себя и достичь этого положения. Это подобно тому, как сначала деревья сажают в землю, путем посева семян. Затем деревья растут, затем на них появляются цветы, затем эти цветы снова превращаются в семена, которые потом становятся деревьями, потом снова семена, и так до тех пор, пока они не достигнут определенной стадии, где все полностью вызрело. Тогда все удаляется, и все становится брахмой. Все, что является бесполезной материей, выбрасывается. Так что в конечном итоге это союз, но союз с вашей сутью, то есть с Богом. Это гораздо более значительная стадия. Прежде всего, это уровень очищения. Для своего очищения вы должны родиться снова, понимаете? Вы еще не достигли той стадии, где должны стать маха-нирваны, не так ли? А если бы вы вдруг ею стали, то, возможно, попали бы в ад. Так что лучше этого не пробовать. Вы должны понять, что прямо сейчас, на данной стадии, вам нужно двигаться вперед, очищая себя, пока вы не достигнете определенной стадии. До этого момента Бог дает вам достаточно шансов и возможностей улучшить себя. Если же вы все равно останетесь ракшасами, тогда вы больше не получите никаких шансов. И это время совсем близко, поверьте мне. Вы не можете отдать все на волю случая, потому что это время близко. Время расправы совсем рядом, оно очень близко. Я имею в виду, оно может наступить в любой момент. Поэтому будьте осторожны, оно на подходе. Столь многих нужно нейтрализовать, поскольку от них слишком много проблем и беспокойства.
Так что все это вытекает одно из другого. Но, понимаете, в каждой религии рассказывается только часть истины, остальное отбрасывается. Допустим, я говорю, вам нужно войти в эту комнату. И затем говорю, сделайте два шага в эту сторону, а потом три шага в ту сторону. Все это взаимосвязанные вещи. Но поскольку здесь вам сказали, что нужно сделать только три шага, вы говорите, в этой религии сказано, что нужно сделать три шага внутрь. А что же насчет тех двух шагов? Я должна рассказать и о них тоже. Поскольку мне нужно рассказать о тех двух шагах, которые вы должны сделать в первую очередь, то лучше я пока не буду говорить вам об этих трех. А иначе вы закроете глаза и скажете, «А, как замечательно! Вам не поднесут ничего на тарелочке. Вы должны достичь этого осознанно. Теперь понятно?» Что происходит с чакрами после смерти? Чакры существуют внутри вас. Чакры — это пространство. Они просто существуют внутри вас. Внутри элемента Земли? Нет. Они только внутри тела, они в теле. Тело само по себе подобно семени, понимаете? Вы становитесь подобны семени, но в них заключен потенциал. Вы не можете их увидеть. Чакры — это пространство. Я думал, чакры и кундалини должны быть вместе. Нет. Это похоже на свет, который исходит, и при этом остается проход. Вот такая кундалини. Но она остается над головой человека. Единственное различие — свет выходит и остается неподалеку. Понимаете, свет несет в себе потенциал. И там же есть место для прохождения света. И еще вы сказали кое-что о симпатической и парасимпатической системах, что когда они разделяются, то человек уходит в крайности, и тогда вы знаете, что происходит. Разделяются ли они и до реализации? Нет. Они уже разделены на материальном уровне, и внутри они тоже разделены, поскольку существует void. Это единственная проблема. Понимаете, кундалини просветляется. Она немного просветляется, можно сказать, когда она видит меня, и немедленно начинает подниматься. Или когда она видит вас, потому что вы тоже сахаджи-йоги. Этого не происходит с другими людьми. Вы будете удивлены, но это так. Каким будет следующий вопрос? Как чакры движутся в теле? Горизонтально? Да, это так. Они движутся горизонтально. Они движутся горизонтально, но когда вы двигаете их вот так, вы ведь видели колесо? Почему бы не сделать так? Нет, так это не работает. Вот так работает лучше. Потому что это излучатель. Если вы сделаете вот так, она опустится. Вот так они движутся, и вот так вы можете их двигать. Это как механизм в часах. Некоторые детали параллельны, а некоторые такие. Шриматаджи, лжегуру разрушили чакры. Как они это делают? И что можно сделать в этом плане? Понимаете, что делают гуру? Они используют различные чакры, чтобы ввести в симпатическую нервную систему каких-то сущностей, которых они взяли под контроль. В общем-то, они контролируют не так уж много сущностей. Но что происходит? К примеру, скажем, во время войны погибло много людей. Они были убиты в тех странах. И у этих душ никогда не было нормальной человеческой жизни. Их просто использовали как животных и сильно мучили. В связи с этим у них в голове закрепилось это желание. Мы тоже должны мучить этих людей. Поэтому, когда они умирают, то на самом деле они не умирают и не попадают в претолоку.
а остаются в атмосфере. Вот почему войны — это очень плохая вещь. Потому что войны порождают гораздо больше таких людей, которые поломаны, испорчены, развращены, не удовлетворены жизнью и которые тайно совершают всевозможные безнравственные и ужасные вещи. Когда все такие люди умирают, то они не отправляются в Преталоку, потому что они думают не о своем спасении, а о похоти, о жадности или о какой-то собственности. Это те, кто грабят других, воры и тому подобные люди. Можно назвать их злыми людьми, сатанинскими людьми. Когда они умирают, то обнаруживают, что они стали более тонкими, и что они могут гораздо лучше действовать, оставаясь в тонком теле. Поэтому они используют свое тонкое тело, чтобы действовать через людей. И такие люди легко находятся. Так что эти гуру сами являются воплощением зла. И они знают способы, как поймать таких людей, и используют их, внедряя в ваши различные чакры. К примеру, Равана обладал даром красноречия и во время своих речей внедрял внутрь людей ракшасов. И представьте себе, в Цейлоне, на Ланке, люди ни за что не стали бы сражаться со Шри Рамой, так как в то время их чувствительность была настолько высока, что они знали, что Шри Рама — это инкарнация. Они находились не на таком грубом уровне, как сегодня, когда им нужно, чтобы кто-то сказал: «Да, сегодня я инкарнация». В то время не было Кали-Югой, поэтому они знали, что он инкарнация. Конечно, не все, но довольно многие из них знали. И несмотря на это, никто не мог сопротивляться этому, потому что их разум был захвачен этими сущностями, внедренными в них Раваны. И они сражались против Шри Рамы. Вот так. То же самое было и во времена Шри Кришны. Люди знали, кем он был. По крайней мере, у них было представление. Даже Кауравы знали об этом. Но это Кали-Юга — ничтожное время. Никто ничего не видит ясно. В те времена такого не было. Люди знали, кто был инкарнацией, и понимали это. Но и в те времена они находили способы, чтобы ввести людей в заблуждение и наложить на них свои чары. И когда они практиковались в наложении этих чар, то познавали все более и более тонкие методы, которые они успешно используют в эту Кали-Югу. Это самые настоящие ракшасы, и они знают эти методы одурманивания людей. Есть много способов, как это сделать. И когда вы склоняете перед ними голову, это самое удачное время для их внедрения в ваше эго, и они могут покончить с вами раз и навсегда. Вот как они это делают. И вы больше не вы. Сначала они воздействуют на ваше сердце. Вы становитесь нервным человеком. Ваши руки и ноги начинают трястись. Они воздействуют на вашу сердечную чакру, и вы теряете защитную силу, ракша, которая является основой сердечной чакры. И когда вы начинаете терять контроль над нервами, вам начинает казаться, словно кто-то делает все за вас. Если вы произносите какое-то божественное имя, то начинаете подпрыгивать, и вы не знаете ничего, но считаете, что это и есть опыт. Есть множество вещей, которые они так делают, тысяча и одна. В целом же, во время Кали-Юги человек вместо того, чтобы развиваться, абсолютно деградировал в своем представлении о божественности и вообще во всем. Я имею в виду, это просто безнадежный случай. Но по Божьей милости, Сахаджа-йога может спасти его. Хотя дела обстоят так, что человек стал очень-очень груб. Он не может думать, он утратил всякую чуткость. И он может практиковать всевозможные ужасные вещи, считая себя при этом редким святым. Это еще одно из выдающихся качеств Кали-юги. В этом проблема. У них не осталось сознания, которое бы им сказало, что это неправильно или то неправильно. Они уничтожили его. И так везде. आता दुसरे प्रश्न आपण विषय Какое влияние оказывает музыка на чакры? Понимаете, все эти пять элементов очень важны в нашем теле. И они являются телом чакр, как я вам говорила. Поэтому происходит следующее. Когда вы поете музыку, вибрации могут передаваться через музыкальный звук и пробуждать определенные чакры. К примеру, для сердечной чакры или для вишуди чакры это очень хорошо.
Не для всех чакр, но для определенных чакр это работает. Допустим, вы произносите мантру со звуком и красивой музыкой, будучи реализованной душой. Тогда это очень действенно. К примеру, Шри Ганешу можно пробудить красивой шлокой, если вы реализованная душа. И если ваш Шри Ганеша в порядке, то вы можете пробудить Ганешу другого человека очень легко. Я имею в виду, такой человек может это сделать. Так что музыка, звук, все эти вещи оказывают влияние. И сейчас мы используем этот метод очень широко. Но, допустим, мы идем на коллективную медитацию, где находится много людей, и какая-то чакра заблокирована. Скажем, вишуди. Я могу исправить их вишуди, просто положив на нее свой палец, вот так, потому что она несет звук. Он находится в чакрах. Это микрозвук чакры, который несет вибрации. По сути, микрозвук также является частью вибрации. Микросвет, микрозвук. И можно сказать, все пять элементов находятся там в микровиде. Поэтому, когда я кладу туда палец, микрозвук может перенести все остальные, и человек может быть исправлен. Мы можем это сделать. Особенно вишуди очень легко корректировать. Вы можете исправить большинство вещей, но какие-то исправляются очень легко. Вишуди, которая отвечает за звук, создана из звукового элемента. Как мы видели, элемент воды очень хорошо работает для лечения у людей нижних чакр, вплоть до сердечной, потому что вода и соль могут помочь вам с наби-чакрой, так как соль является элементом земли и представляет суть океана, то есть бхава-сагары. Поэтому мы можем использовать соль и воду для очищения нижних чакр. Мы можем использовать свет для глаз, потому что он создан из пракаши, элемента света. Таким образом, можно сделать разные вещи. И с помощью использования различных элементов можно вычистить всю грязь и все блокировки, которые скопились в определенной чакре, поместив их в тот же самый элемент, чтобы этот элемент их убрал. Мать-Земля также несет в себе столько элементов, что она может забрать большинство проблем, которые беспокоят вас изнутри из-за какого-то дисбаланса элемента Земли. Причиной тому дисбаланс этих элементов, накопившихся в вас больше, чем вы того желаете. Вот почему я и говорила о крайностях. Бхутатва, или принцип Земли, проявляется через Шри Ганешу. А Шри Ганеша — это форма очищенного принципа элемента Земли. И это то же самое. Я имею в виду, во флейте у вас есть две одинаковые ноты, первая и последняя. Точно так же и в человеке есть семь нот. И первая нота — это Шри Ганеша, и последняя тоже Шри Ганеша. Так что это те же самые семь нот. И эти семь нот составляют элемент Земли. И не полностью элемент Земли, а начиная с очищенного элемента Земли. Когда он полностью избавляется от проблем элемента Земли, это Шри Парабрахма, который становится Брахмой. Потому что снаружи это элемент Земли, а изнутри это Дхара. Это Дхара, это Дхарана. Это поддерживающая сила. Это сила, поддерживающая жизнь. И эта сила есть чистейшая форма принципа Земли. То, чем вы становитесь позже. Постепенно весь элемент Земли отпадает, и вы становитесь этим. Так что это Дхарана Шакти, как ее называют. Сила поддержания жизни. Это Шри Ганеша. Таким образом, в каждой чакре у вас есть очень тонкая суть, сверхтонкая суть. И эта сверхтонкая суть является нотой, которую Божественность играет на этом уровне, потому что каждая нота имеет разную частоту, разную интонацию, разный звук, который участвует в создании мелодии этой Вселенной. Так что у нас есть семь чакр и семь нот.
И это разные ноты, но затем эти ноты создают сочетания и комбинации. Вот каким образом чакра превращается в ноту, которая затем становится звуком, затем из звука становится словом, из слова языком и так далее. Вот так эта тонкая форма начинает становиться чем-то другим. Например, если у меня есть любовь к моим детям, как мне ее выразить? Я создаю для них дом, семейный очаг, я готовлю для них пищу, застилаю постель. Все это грубые выражения моей тонкой любви. Таким же образом, все тонкое, что есть внутри нас, выражается снаружи с помощью внешних элементов. Чтобы выразить тонкое, мы делаем это через наше внешнее поведение или через грубые материальные вещи. То есть это все та же тонкость, которую мы выражаем внешне. Но позже мы так огрубеваем, что забываем всю внутреннюю тонкость. Например, мать может что-то создавать, делать все эти вещи, но затем она становится настолько одержимой детьми, что начинает думать: «Я сделала так много для моих детей». Она даже не задумывается, зачем все это создавала. Она забывает о любви и уходит в сплошной материализм. Она на каждом шагу начинает ругать детей, даже за поломку небольших вещей. Она создает все это из любви и потом забывает об этом. Это и есть крайности поведения. Крайность поведения означает, что от тонкого вы уходите к грубому, становясь все грубее и грубее. Как только вы становитесь грубыми, вы мертвы. Расскажите об адхах. Те, кто способны видеть бадхи, находятся на эмоциональной стороне. Они могут видеть бадхи. В этом плане также есть два типа людей. Те, кто уже сами находятся во власти бадх, могут видеть бадхи очень четко. Они могут видеть мертвых людей. Те, кто уже во власти бадхи, могут видеть, что у другого человека есть бадха, поскольку они сами находятся в коллективном подсознании. Скажем, человек, который много пьет, может видеть. Человек, который пьяница, может увидеть бадху в другом человеке, потому что он относится к подсознательному типу. Он может это видеть. Но некоторые люди могут достичь такого состояния в эмоциональном плане, что они будут четко видеть бадхи. Если это реализованные души эмоционального типа, скажем, люди, относящиеся к типу бхакти, то они могут видеть бадхи. Но даже надсознательные люди могут видеть свет, возникающий перед ними. Они могут видеть, что кто-то стоит перед ними в виде света, и тогда они говорят: «Появился свет». Они могут чувствовать запах, или с ними может происходить еще что-то. Это называется танматра. Это причинный принцип всех элементов. Причинный, танматра. Таким образом, причинный принцип Земли — это запах, благоухание. Допустим, кто-то осуществлял больше поиски, скажем, в области элемента Земли. Тогда такой человек может сильно чувствовать запахи. Он может. Такое разнообразие типов появилось повсюду из-за разницы в их исследованиях и поисках. Как определить, есть ли у человека бадха? Если у него заблокированы аги и сердце, это определенно бадха. А также просто попросите человека протянуть руки к моей фотографии, и он начнет трястись. Обычно его трясет. Я не знаю, как вы будете это вычислять, но вы можете узнать их очень легко. Они не могут смотреть прямо на мою фотографию. Если вы попросите их закрыть глаза, то их веки начнут дрожать, руки начнут трястись, веки всегда будут подрагивать. Вот так это будет проявляться на аги. Понимаете, бадхи могут быть разных типов. У некоторых это просто временное явление, у некоторых постоянное, некоторые ими просто напичканы. Поэтому нельзя так сразу сказать, что это будет.
सहयोगांनी बाधेला जास्त लक्ष द्यायचं नाही, त्या मान्यता मानायची नाही, कारण असेच होणार तुमच्याकडे अधिक चिकटणार ते असल्या की त्यांना म्हणा फोटोवर बसा रगड रगड बसा म्हणा फोटो माताजींना बघू द्यात. यू जस्ट डोंट वरी अबाउट प्रोस्ट नी वाल्नुइते सब этих вещах वगैरे ठीक आहे. बाधेला जो मनुष्य म्हणजे यू सी द थिंग इज Люди считают, что существует только один тип – эмоциональные бадхи. Они могут быть обоих типов. Человек, который очень эгоистичен, также может попасть под чье-то влияние. Ненормальные проявления или ненормальное поведение может появиться откуда угодно. आता असं झालं सण आणि सल्लाईचा काय फरक आहे? माणसाला ती अक्कल असते फरक करण्याची. आपल्याला माणसाला ते दुसरं समजत नाही, देवाला हे समजत नाही. There is no difference between Нет разницы между солнечным светом и солнцем, между лунным светом и луной. Совершенно никакой разницы. Только люди считают, что это разные вещи. Это адвайта, не двойственность. Это все одно и то же. К примеру, этот браслет украшает мою руку. В чем же разница между браслетом и украшающим свойством? Это качество человека. Это качество. Мы называем это вьякта-авьякта. Суть? Нет, суть — это основа. И если ее убрать, то все остальное бесполезно. Но это не так. Это все там, это одно целое. В чем суть солнечного света и солнца? Если нет солнца, то нет и света. Солнечный свет и солнце — это одно и то же. Это не суть, это одно целое. Или можно сказать вода и лед. Существование и суть? Нет, нет. У обоих есть суть и существование. Между ними нет никакой разницы. Люди не могут этого понять. В этом проблема человеческого разума, потому что он двойственен. Люди не видят этого. Они всегда думают о двух разных вещах. Вы не способны осознать это через ваше восприятие, но можете понять это через аналогии. Люди не могут понять многие вещи. Вы просто не можете, потому что ваш мозг ограничен, ваше сознание ограничено, и любовь тоже ограничена. Это как-то, Андрей? Докатай на лазу.